Здравствуйте, друзья! Вашему вниманию хочу предложить очередные кадры с дачи. Они больше расслабляющие, чтобы смотреть, радоваться наступлению весны. Есть кое-какие новости тоже из гнезд наших маленьких друзей. Но в целом я делала этот сюжет просто для того, чтобы вы могли насладиться, отдохнуть вечером, за ужином или за чашечкой чая, кофе и насладиться нашим цветущим садом и буйствующей природой. У нас есть еще одна приятная новость. Голубю-голубке Амрите разрешили поселиться в клеточке. Лечение наше подходит к завершению основное. Будут сданы еще раз анализы, и если что-то останется, то мы это уже дочистим. Ничего страшного. По поводу того, голубь это или голубка, мы все еще сомневаемся, потому что ведет себя как голубь, гулит, танцует, вот всякие такие эти экзерсисы показывает. Но все в один голос твердят, что все-таки это, скорее всего, девочка. Более того, на УЗИ тоже показалось, что это девочка. Ну вот как-то, в общем, мы в замешательстве. Если девочка, то мы будем оставлять точно Еше. Если мальчик, то не знаем, что с ними делать, как они будут ладить. Но тоже собирать кучу мальчишек, это как-то так себе. Ну вот пока долечиваемся, смотрим, что будет. Характер тоже уже свой показывает. Как-нибудь тоже засниму это. А пока можно посмотреть кадры с дачи, насладиться, подышать свежим воздухом через экран и уловить эти быстро ускользающие мгновения весны.
летает конюк. Сейчас я его попробую приблизить. Вот он. В принципе, для голубей он безопасен совершенно, как и для других птиц, потому что он мышатник. Ну, на птицу может кинуться, но только молодая особь, еще неопытная. Ребята, мухолов поменял скворечник. Либо он поменял его, либо он заселился в два. Такое тоже бывает. Самец может содержать двух самочек. Ну, если действительно может. Так что у него может быть и два гнезда. Но вот просто обнаружили, что, оказывается, он лазит вот в тот скворечник справа, который... Давай, Шунечка. Шусечка у меня сейчас на голове. Комментирует тоже. Вот. То есть изначально мы думали, что он вот здесь, как обычно, как он это делал каждый год. А в этот раз он заселился вот в этот скворечник. Интересно. Может быть, он сделает и в двух скворечниках гнездо. Посмотрим. Но вот в этот он уже таскает гусениц, по-моему, там тоже пищат птенцы, как и у синиц. Еше снимает со мной видео, он контролирует. Контролирует, что я снимаю каких птиц. Вот, поэтому он тоже участвует в съемке. Мась, ну что-нибудь скажешь, малыш? Он слышит вяхерей в лесу. Возможно, интересуется ими. Да. Ты слышишь сейчас? Да. Вот такой вот вид из окна комнатки Еше. Вечерний туман, облепиха. Это вид у меня из окошка. Это прямо напротив комнаты Еше. Это наш участок как раз. Тоже вот лес там совсем близко. Вот здесь вот мухолов. Сейчас попытаюсь показать его домик.